развод почетного караула у памятника неизвестному солдату Афины, Греция. Развод почетного караула проходит на площади Синтагма или Конституции. Сама площадь небольших размеров. На площадь слетаются ручные голуби, которых можно покормить. Расположена площадь перед дворцом греческого парламента, названная в честь Конституции, предложенным греческим королем Оттоном Баварским 3 сентября 1843 года. Из Ивзонов – элитное подразделение пехоты греческой армии, сформированы почетные караулы президентского дворца и греческого парламента. Ивзонов формировали в основном из горцев, ростом не ниже 190 сантиметров. Обучение новобранцев длится всего 5 недель. Каждые полчаса происходит смена караула. Оставляю полную версию смены караула и без комментариев, но в своем варианте, чтобы послушать, как красиво чеканят и цокают царухами шаг Ивзоны. Форма эвзонов. Фарион. Ярко-красная шапочка с длинной кистью, часть национального греческого костюма. Фарион изготавливается из красного войлока. Кисть всегда из черного шелка. Эти цвета, красный и черный, символы слез Христа на распятии в греческом костюме напоминают о жертвах греческого народа, положенные на алтарь борьбы за независимость от Османской империи. Фустанелла – шерстяная плиссированная юбка с 400 складочками. Складки предназначены для обеспечения тепла. Хлопчатобумажная белая рубашка. Белые шерстяные чулки. Кальцедеты – черные подвязки для гетр с кистями. Царухи – кожаные ботинки с большими черными помпонами. Каждый царух весит около 3 килограмм и подбит от 38 до 40 стальными гвоздями, чтобы эвзон мог эффектно шагать по мостовой. На первый взгляд, смешные помпоны когда-то имели важное практическое значение для воинов. В них они прятали точеные ножи. Жилет – точная копия жилета героя национально-освободительной борьбы Греции Теодороса Колокотрониса. После смены караула все бегут фотографироваться на фоне эвзонов.